Ребята, всем привет! Такое вот красивое вот место здесь. Пальмы. Вот моя жасмина. Это наш последний день в Тунисе. Буквально вот неделька, и мы улетаем. В общем, немножко хочу вам показать тунисской красоты напоследок. Это наше одно из самых любимых мест – Golden Park. На территории есть кафе с детской площадкой, футбольный корт и наша гимнастика. Около 2 лет мы проходили в это место. Очень удобно, что это было рядом с домом. 15 минут и все, ты на месте. Тунис дал мне и Жасмине очень много. Я очень рада, что она открыла это направление спорта для себя. Сейчас она уже 2 месяца ходит на гимнастику в Алмате. И результаты настолько радуют. Планирую развивать ее в этом направлении. И у нас уже даже было первое выступление. Ребята, всем привет! Сегодня мой предпоследний день в Тунисе, и мы пришли вот в такой интересный развлекательный парк. В общем, очень классно, он очень новый, открылся он буквально 2 недели назад. И вот мы пришли, ну, в последний день, в общем, попрощаться, погулять. И вот пришли в новый парк в Тунисе, конечно, немножко он дороговато стоит. Мы заплатили 40 динаров за вход. Но, как говорится, оно того стоит. Очень интересные, новые, инновационные какие-то штуки для Туниса. Как бы в других, конечно, странах это уже давно все пришло, но в Тунис это все приходит немножко попозже. Ну и, в общем, мы пришли, отдыхаем. Столько дел сегодня с утра сделали, и вот напоследок пришли отдохнуть, погулять. И вот завтра я уже полечу. И, в общем, как-то вот так. Вот сейчас немножко покажу вам моменты с этого нового парка. Это парк Атлас. Очень интересное место для детей. Находится в городе Сфаксе, Тунис. Раньше это был мебельный завод. А теперь это прекрасное место отдыха для всей семьи. Мне очень понравился декор в этом месте. Все очень необычно и все прям как я люблю. Стулья без сидушки и перетянуты шнуром. Телевизоры и компьютеры старые в виде декорации. Мега удобные мешки на полу. Скучаю ли я за эти 2 месяца по Тунису? То, конечно, да. За эти 3 года, проведенные в этой стране, много чего я поняла и приобрела.
Море, солнце, фрукты – это любовь навсегда. Но эта страна отлично подходит только для туристов, но не для жития и бытия. Ссылку на этот парк я оставлю в описании. Если будете в городе Сфакс, то обязательно посетите это развлекательное место. Благодарю вас за просмотр, спасибо за ваши лайки и комментарии. Это мое предпоследнее видео о Тунисе. Впереди еще будет одно последнее видео про дом. Я вам покажу условия, в которых я жила, сам дом и наш сад. И скоро опять начну делать прекрасные видео для вас про шитье, дизайн и эскизы. Сейчас я немного занята с документами, работой и обустраиванием своего нового жилья. Но при этом я не пропадаю и радую вас одним видео в неделю. Всех я поздравляю с наступающими праздниками и до новых встреч! Thank you.